Аварийная пятница. Утром на пересечении улиц Косвенной и Средней произошло ДТП. Не разминулись Lexus GS300 и Volkswagen Passat. По предварительным данным, водители обеих машин получили травмы. Подробности выясняются. Еще одно ДТП на Молдаванке произошло уже днем. На перекрестке Калантаевской и Садиковской столкнулись BMW и Deo Nexia. По словам очевидцев, молодые люди на BMW с евро-номерами пытались пересечь Калантаевскую через двойную сплошную. В этот момент в их автомобиле врезался кореец.